Здравствуйте, дорогие друзья. Такая волна жары была в Самарской области. К выходным уже будет более низкая температура, 24-25 градусов. Для всех растений, для людей это более комфортная погода. Первыми зацветают древовидные гортензии. В руках у меня Баунти. Есть Аннабель, Свит Аннабель, но этот сорт мне больше всех нравится. Высотой где-то около 1 метра. Четко держат соцветия, они не разваливаются, кипельно-белыми и не меняют свой цвет. Только в конце цветения чуть-чуть зеленоватый оттенок уходит. Это Баунти сорт. Для древовидных гортензий не нужен такой кислый торф, как для метельчатых. Для древовидных гортензий мы берем pH где-то 6-7, даже ближе к нейтральному. И тогда древовидные гортензии растут лучше. Это еще один сорт розовой гортензии. Это маршмеллоу. Уже на следующей неделе все гортензии древовидные будут цвести. И зацветают, посмотрите, крупнолистные гортензии. У нас несколько сортов English Summer, розовые, белые, голубыми цветами, которые выдерживают у нас морозы до 35 градусов. Вот все гортензии, посмотрите, зацветают. Посмотрите, издалека это растение можно принять за гортензии. Это схизофрагма гортензиевидная, очень похожа на гортензию. Ой, изумительный аромат, потому что все цветут, посмотрите, фертильные цветы. А вот стерильные, посмотрите, они похожи на листики. Очень интересное растение, будем за ней наблюдать. И вот, видите, уже абсолютно другая картина в парке гортензии. Мы еще вот эти сухие ветки не все убрали, начали уже убирать. Вот, природа скорректировала. Видите, все сорта гортензии проснулись. Вот 2-3 недели, и будет полное цветение парка гортензии. Все сорта зацветут. Все время боялись. Стояли черные, потом возвратные морозы убили все почки. Очень живучие. Вот поэтому и нравятся всем гортензии, потому что они преодолевают все вот эти природные катаклизмы. В нашем регионе прекрасно зимуют гортензии без укрытия. Мы все гортензии подкормили осмокотом. Осмокот мы дали на 5-6 месяцев. Я показывала, вот ползала среди этих растений и показывала, как мы подкармливаем крупные гортензии. Все мы подкормили осмокотом. Обрезку мы сделали вовремя. Смотрите, какой огромный куст древовидной гортензии. Они уже вот все в бутонах. Буквально осталось вот прям совсем немного времени. И увидим вот эту цветущую красоту. Вот в красных контейнерах, это новинки сезона 23-24. Вот в прошлом году я показывала White Light, шикарная гортензия. Смотрите, набирает уже цвет. И я вижу древовидные, вот уже Баунти там набирает цвет. Самое главное, гортензии нужно раздвигать, раздвигать и раздвигать. То есть вот такая вот получается работа. И за сезон мы 5-6 раз их раздвигаем, чтобы они получились вот такие вот красивые. Это гортензия White Light. Это гортензия Multiplat. Мы их зачеренковали в марте месяце. И видите, хорошей корневой системой. Вчера ребята здесь сажали. И ребята из теплицы выходили проветриваться на улицу. Представляете, какая здесь была температура? Вот такая вот получается работа вот с такими красивыми растениями. И чтобы увидеть эту красоту цветущей гортензии, эту работу приходится делать. Значит, сейчас мультиплаты готовы к посадке в грунт. Мы часть сажаем, и часть мы высадили в P9. Позже мы их пересадим обязательно в контейнер C3, и часть высаживаем в грунт, и, конечно, поступит в продажу. Мы их продаем оптом в розницу через интернет-магазин и Wildberries. Вот такие гортензии в P9. Эти гортензии, я смотрю, все отбились. Пропавших практически нет. Первую прополку сделали, и уже я вижу, нужно выходить, делать еще одну прополку. То есть этот процесс, бесконечность, нужно все время пропалывать, поливать, обрабатывать, подкармливать, сажать. Но погода скорректировала в этом году, и мы не все по девятке еще посадили. Посадки будут продолжаться весь июнь, июль, август в этом году. Вот такая необычная весна и необычное будет лето. Ой, посмотрите на это чудо. Гортензии хороши, но розы никого не оставляют равнодушными. Ой, какая красота. Это штамбовые розы.
На всех площадках нашего садового центра вы можете сейчас приобрести деревья, хвойные, кустарники, многолетние цветы, розы, зацветают гортензии. Желаем вам здорового, красивого и цветущего сада. Садовый центр Веры Глуховой приглашает посетить открытые площадки с саженцами плодовых и декоративных растений. В широком ассортименте почвогрунты, удобрения и средства защиты растений от болезней и вредителей. Справки по телефону 8 800 222 52 44.